диктантов. Поэтому. Я, кстати, всегда писал идеально, брат, лучше всех, блин. Чувак. Я тебе говорю, я заряженный такой на диктантах. Вот у нас было три человека, которые хуже всех могли написать. Вот у нас борьба только между тремя, у кого меньше будет, ну, от 20 до 26 примерный такой разбег. Ошибок? Да. Ну и, конечно же, спонсор этого видео — букмекерская компания под названием 1xbet. 1xbet — это самый надежный и проверенный букмекер. Там самые большие коэффициенты, самые быстрые выплаты и самое главное, мой личный промокод до 6500 рублей, и моя ссылочка находится в закрепленном комментарии под этим видео. Но потом, чувак, когда уже пошел, знаешь, это период, когда я такой с девочками активно начал общаться, заигрывать, там, знаешь, смотришь, как они пишут, типа, понял? И ты запоминаешь потихоньку, и все, и нормально. Главное не общаться с неграмотными девочками. Черт. Потому что мы-то пацаны, а они девчонки. Сейчас, ребят. Давай. Да, мамуль. Чё за смоким? Это не мои братанчики. Да-да, я понял. Просто человек, походу, просто так кидает. Мне кажется, не просто так он манит. Ну я уже пришел, да. Это меня хотели убить, прикинь сейчас, Ань. Кидаю. Триндай ему. Где он? Убил его. Он, нет, не убил, ой. Что? А где он, в доме, в нет? В доме, да-да. Блин, я без броника, без шлема, но зато с ВСС нормально. Да погнали. Че, пушим? Да. Давай. Стой, я флешку кину, подожди. Кинул, брат. Погнали. Я не понимаю, где он. Он в комнатке, по-моему. Нет. Ну, чего? Нормально, Сань. Я здорово. Как говорить-то, ну чё? Не знаю. Ну, ты вроде то. Алло. Сейчас чихну, дядь. Первый шлем есть, брат. Здоров. Спасибо. Машина. Что? Слышишь? Это шмель летит где-то. Это шмель у тебя летит. Я тебе говорю, это машина была. Да это шмель, я тебе говорю. А если это полечиться-то можно мне хоть? Нужен броник, брат. Угу. У меня две канистры. Лечеть есть? Кто? Тут это, челы, походу. Тачка стоит, двери открыты. Угу. Посмотрим. Ну давай, только дай полечиться, покушать можно? Покушай. Есть что покушать-то? У тебя вообще нет хилов? Вообще ничего нет, я же тебе что бегаю-то. Еще энергетику возьмешь, чтобы до фулбуста? Челлендж выполняю без хилов, блин. Без хилов, без броника. Да-да-да, сейчас я в конце хочу класть. А, вот это... Оп! Дал тычку. Идем за душем. Да-да-да, уже споткнулся. Погнали, брат. Едем? Ну да. Садись за руль, брат. А что, ты энергетик не принял? Садись. Ну прими, брат, поедем. Давай, садись. Давай. Я просто по пути приму, пока я подниму. Пить. Вот он за забором сидит. Вижу. В доме. Уже. Есть хаешки? Да, есть. Кто-то есть. Бомба. Кидай второй этаж, на второй этаж поднимается. Это его друг, брат. Триндец, аккуратно. Он дебил. Это не брат его. Я на второй или куда? На второй. На второй. На третий. Третий. Блин, поздно. Бро, сейчас слева еще. Слева? Бегу лево. Бро, меня нокнул чел. Подо мной хая, забери хая. Ладно. Нормально. Вдруг даун. Нормально. Даун. Все, брат. Подними хая. Лег. Хиляюсь. Брат, мне триндец, походу. Не, нормально. Хорош, да. Нет? Бро, это прям хорошо, это прям красиво отыграли, реально, командная игра, чисто. Да. Я думал, что он спрыгнет, зачем он кидал хая, почему он не мог просто спрыгнуть, он бы обоссал. Да он мог кинуть хае нормально, да. Еще он ее рано просто откинул, блин, угу. С таким отскоком. Я так-то хочу поиграть с комбой коряк плюс ВСС. Ну, пока что коряк найти не могу, ребят, играем с ВСС. Просто многие просили. Здесь салатка, братан. Угу. А ты этот друг удал, который разбился? Давай ты ему эти челленджи кидай, когда меня нет, это на стриме, это. Вот, все забрал, блин. Я М24 слышу. Я М24 взял. Да эти аптеки-то хоть, а вон внизу есть. Собака, блин. Чего? Извини. Бро, вроде в кемпазик, ну этот. Приехал. Понял. Я так сейчас туда постреляю. Потому что я не понял, это оно приехало или не оно.
Да, но не было УАЗика там. Да? Еще слева что-то стреляет. Они УВД, да, они вот... Вижу... А нет, не вижу. Поехали к ним. Вижу на лодке челика. А, это с лодки стреляют. Да, брат, с лодки стреляют, по ним стреляют. Да, погнали, беру моцик. А, УАЗик сигналю. Вот тачка едет еще. Вижу. На нас прям. Там дед. Блин, уехал. Блин. Посигналили, сейчас попаду, блин. Ладно. Обида, блин. Да-да-да, вижу. Может, ближе подъедем, попробуем? Голову дал. Хорош. Вырубил ногу. Хорош, все, брат, справа едем. Справа побежит. Понял. Садись, брат. А, ладно, давай. Уверен? Он справа за забором, да. К левому забору подъезжай, к левому. Окей. В доме. Вижу. В зелененьком. А чел заполз в дом, не? Он в левый дом заполз, не к нему, так что можешь понял. Просто ждать. Вижу, раз, два, три. Убил. Брошелики двое на метке. Не нас смотрят, можем забирать. Остановись, гад. 285. Вижу. Дал. Бро, забирай, он на дуточку. Дал одну тычку, это я дал. Мне кажется, что я. Хорош, да не, вроде я, да пофиг, брат, мы. Добиваем. Триндец, понял, оружие. Дал тычку. Хорош. Там сейчас забежит. Там он их пушит. Бро, надо как-то добить, я не знаю как. Дерьмо. Ладно. Бегут. Вижу. Дал. Хорош. Да, блин. Дал, хорош. Вырубил. Не понимаю, это которые их пушили или это которые поднимались? Это которые поднимались вон в смоке. Вижу. Да. Убил. Хорош. И двое сзади, прям куда сейчас стреляли, там же вот. Видел. Вон они перебегают дорогу. Как дорогу перебегает, не вижу. 280. Вдоль зоны к туалету подбегает один. Я не вижу. Вот туалет один. У меня просто лев похуже, да. Сейчас за туалетом, который вот этот на метке турят, брат? Да. Прям там уже? Да, вот уже левей. Они левей крутят. А, сели в баги. Чего вообще? 275, брат. Ты где? Я в шоке. Типа, что за баги, куда сели? Бро, вообще, у меня просто рельеф, вообще ничего не видно. Заберешь меня? Вот я здесь вот торможу, брат. Угу. Бомба. Так, я не понял, это они уехали на другой баги или... Или они вышли, или чё? Вышли. Где они? Колеса, брат, пробей. Одно да, пробил. Один за домом, за деревом, второй точнее. Пробил. Давай. Вырубил. Второй. Брат, два патрона. Фига он едет. Не добивай пока чучело. Стреляй по тачке. Брат, надо добивать. Сейчас добьем. Да ё-моё. Всё плохо, Зен. Дал тычка. Есть семерки, пожалуйста, скиньте, они хотя бы немного. У меня... Брат. Хорош. Топнул. Убил. Брат. Поехали лутать, нету. Да-да-да, погнали. А, давай ты тех, брат, а я пролутаю скимпа челиков. Давай. Ну, или вот этих даже. Триндец мы с тобой тут устроили, дядь, что происходит? Фу, вот это развлекаловка. Чисто тир живой. Да-да-да. Нет, было прям очень жестко. Он отпора вообще ноль. Да-да-да. Блин, бро, у меня по аптекам на самом деле отбой дикий. Две. Сколько? Ну, просто не влазит. А, да-да. Ну, брат, давай в зону тогда, чё? Поехали, извиняюсь. Тем временем 2400 лайков, спасибо огромное. Подписывайтесь, кто не подписан. На инстаграм тоже ссылочка есть в описании. Я у башни торможу. Тоже. Я залезу, пожалуй, на первый этаж. Не получилось. Фух, так. Зона, чувак, можем рельеф просто взять.
Давай, поехали, я готов. Да, сейчас я отхиляюсь немного. Блин, перед нами-то вот так, может, через лево чуть-чуть, то там эти постройки. Давай. Ты за мной летишь? Да, я доеду. Нет, давай, брат, то мне страшно одному на лодке туда. Ладно, херач. Давай прям туда на рельеф реально. С восьмерочкой, у тебя какой прицел на СЛР? 8. Бомба. Ну до этого было 4 вот с этих струбиков взял. Причем они, чувак, у них все было, у них были и дымы, и прицелы хорошие. Дымы были? То есть у меня прицел, да. У них были эти аптеки там. Бро, у меня чел слева. Тима, Тима. Внизу на рельефе. Да, можем сверху по ноготи забрать. Я заранее разверну тогда машину. Вижу. Метка. Просто в рельефе. Но сейчас не видно, но там за камушками. Едет тачка, наверное. Да, расслышь. Блин, машина вообще не в тему. Видишь, там Мосина виднеется с глушителем. Пока нет. Так, он сзади остановился или нет? Угу. Вот они подъехали. Вижу, вижу, вижу. Да-да, давай. И, давай, фигачим. По водителю, давай, дал. Давай, хорош. Угу. Две из двух, брат. Жек, надо добивать. Или нет? Ну, давай, подожди. Да, да, не надо добить. Надо. Промазал. Две тычки, давай. Добил. Дал голову. Хорош. Все, хорош. Да, трындец. Мне придется это вставить, потому что ты их убил, но я так опозорился, ребят, я извиняюсь. Брат, ну и все, сейчас нижних нормально убью, сейчас нижних нормально убью. Готов? Да, но я не вижу их. Тоже. Не, ну ты красава реально, сын. Все, брат. Я что-то, блин, психанул, все промазал. Да ладно, это просто ты долго играешь, надоедает и не всегда летит так. А вот я после перерыва зашел, мне по кайфу, типа. Блин, бро, можем подъехать, есть раскидки? Можем реально подъехать? Подождем просто пока сейчас чуть-чуть. Просто, ну, заезжать им на лицо тоже. Ладно, бро, подожди меня, типа, у меня есть идея. Просто у меня есть 4, я сейчас приеду, с крысы кину и уеду. Подожди. Давай, только главное не умри. Да-да, прикрой. Я на вижу, вижу, вижу. Под меня, что ли, выходит, короче? Вижу. Хорош. Кинули хаешку, тебе одному дал, ты. Все, бро, разворачиваюсь. Еще хаешку кидаю, дал. Понял. Две тычки. Уезжаю. Они еще взорвутся нахрен, дядь. Дядь, ну это, ну один уходит. Угу, а другой? А другой там сидит. Не сработало. Мы хотя бы немножко так их этот позиции сменили. Да, теперь они расплетованы, они будут разные. Богдан Камикадзе здесь. А где? Ага. Это вообще с горы херачит. Ну левый, ты куда-то подъезжал, чуточку там рядом. А другой прям далеко от дома, в камере. Дал 245, угу. Там чел на горе далеко. Я с далеким не стреляю. Второй меня фигачит. Угу. Я когда их смотрю, они вообще не пикают, вообще. Ух, сволочь. Ты собака. Ты главное в открытую там не нужно столько брать. Минус колеса. У нас моцик вон сзади. А, ну еще и тачка. Ну еще пикнет. Блин. Я тебя там не загораживаю? Не, не, нормально. Там прям... А он, видишь, 280 Да-да-да. Прям пикселеет. Кто? Это его друг. Вырубил. Где? Ну вот внизу, внизу. Все, понял. Вон к своему бежит. Добрый. Тычки есть, хорош. Две тычки есть. Три тычки. Дай, одну тычку, брат, дай. Да, убил и последний. Бро, у меня девятка вообще через Казахстан летела. Брат. Я 4 тысячи дал, он усилил. Да, видел. А где? Вот, типа, на 240. Бро, у нас сзади. 95 бежит, я просто вовремя развернулся. Дал. Тринда душу. Попробуй забрать. Я тогда потягиваюсь. Давай, я пока слежу. Это чисто наш рельеф, посмотри зону. Если его убиваем, это наш рельеф.
Это и так наш лев. А, он еще из зоны выходит. Левее, он побежал левее. Угу. Он туда убежал, можешь идти ближе. Угу. Стой, 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 сейчас он на 60 туда вдалеке. Угу. Кину хэт этот. В самую даль. Кину. Нет, левее, левее надо. Блин. А, я понял, понял. В камнях, да? Да. Хор. Мужик, ты душишь. Пушим, пушим. Перебегает на 85. Один. Хорош. Фух, брат, извини. Да не-не, я там нормально, нормально. Бро, очень хорошо. Да, очень. Сколько киллов? 7. Так, у меня 8. Пятнашку уже накидали. Так, где этот вообще? Чисто видел вдалеке его давно. Решил рискнуть кинуть хай и прям попал туда. А я не знал, где он именно, знаешь, кинул просто вперед. Все, можем вернуться на позицию, чисто нижних закрывать. Блин, ну катка офигенно, мне нравится, прям бомба. Тем более все хотели вот ВСС плюс какую-то там СР снайпу. Брошет там скоро? Да, я подхожу. Угу. У меня только юмпик, я с него стрелять не умею, у меня тоже, знаешь, это челлендж, если честно. Бро, у меня ВСС то летит, то не летит. У меня просто вот это первый килл с юмпика был, угу. Все остальные 6 это... Со снайпы? Крена и снайпы, да. У нас чисто снайпер челлендж такой неожиданный. Вообще мне конечно. Кажется, если бы я сейчас по солар стрелял, я быстрее этого бы снял. Это камень. Перебегай. Ничего, там вижу, просто так стрельну. Блин, 6 человек, где-то еще команда. Пикает вот из-за вижу. Дома. Дал. Хорош. Хорош, и за камнем там еще. Сейчас перебегать будет. Да-да, пробуем. Нормально. В любом случае, у них ноки. Угу. И они за зоны их выгонят, можешь просто вообще не это. Да, так вопрос, где еще команда? Вдруг они сейчас одновременно будут? А вот этих можно не переживать. Бро, я сейчас гляну, бро, прикрой, пожалуйста. Ну просто я чувствую, что они тут и... Да-да-да, бро, они тут. Это читы, сори. Кидаю хая туда. Близко, далеко. Прям в упоре. Ног один. Кинул хая в него. Вот он. Убил. Хорош. Все, кем выходят. Че с очаком? Ай-яй-яй, меня нокнуть хотят. Дал тычку. Бро, на нас обоих хотят нокнуть. Все, я живу. Угу. Я хилюсь. Просто подходим, да, и дал голову. Хорош. С третьим шлемом. Угу. Все, у них нет шансов, если у них нет машин там. Да-да. Даже если тачка, мы их все равно перекроем. Все, давай, дядя. Да-да, брат, давай, просто тащим. Да-да. Мосок. Ага! Да, вырубил! Хорош, пройдем, давай! Трясем! Куда ты? Чувак, вот это бомба, слышь? Да-да-да. Ставьте лайки. За зону выехал, уехал, все. Обосрался, уехал за зону. Все, умер! Вот это бомба! Короче, кто это видел на канале, ставьте лайки, потому что это бомба, реально офигенный видос. У нас был какой-то тир, то есть не было сопротивления, это не потому, что противники слабые, потому что мы сильные. Все, ставьте лайки, ау, ссылочка на Саню в описании, на инстаграм описание. Ролик закончился. Всем спасибо, пока. Пока.